37-летняя Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину брака с 32-летним адвокатом Александром Саковичем. Для актрисы этот союз стал третьим. Влюбленные устроили себе отпуск в честь праздника. Они отправились в Эмираты. Брюнетка поделилась серией красочных снимков, сделанных на пляже в Дубае. Анастасия призналась, что была здесь 2 года назад, но тогда даже не мечтала о том, что может оказаться на этом курорте с мужем. Жизнь умеет удивить, и хочется сказать, что верить надо в чудеса и очень аккуратно загадывать желания, ибо мы так порой безграмотны в своих мечтаниях. Но вы все же можете за меня порадоваться и пожелать мне счастья, обратилась к поклонникам Макеева в Инстаграм. Она рассказала, что празднует годовщину только вдвоем с мужем. Звезда сообщила, что чувствует себя настоящей королевой в таком стильном бикини. Брюнетка позировала в сексуальных позах, старательно подчеркивая свои прелести. Поклонники засыпали комплиментами семью актрисы и пожелали ей счастья. Пусть самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте счастливы каждую минуту. Поздравляю с первой годовщиной свадьбы. Очень рада за вас. Любви, любви, любви. Счастья вам, ребята, написали фолловеры. Недавно Анастасия Макеева призналась, что муж разрешает ей не ночевать дома. Артистка часто делится откровенными снимками. Ранее она первой в мире разделась до купальника на Северном полюсе.